Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с выставки «Древний распев», которая работает сейчас в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В этой витрине выставлен лист с демественным антифоном четвертого гласа «Святым Духом», записанным демественным распевом и демественной нотацией. Этот лист, он большого размера, и крюковые знаки тоже такие крупные, чтобы они были видны всему хору. То есть он ставился на клиросе в праздники, на праздничный всеночный, и все певцы могли петь по этому листу. В музее Рублева он поступил в плохом состоянии. Он был сложен пополам и вложен в другую рукопись. И поэтому часть узора по краям осыпалась и была восстановлена реставратором в 90-е годы. И даже немножко дорисована вот здесь рамка, которая осыпалась. И тем не менее, то, что осталось, оно совершенно прекрасно выглядит. Мы здесь видим гуслицкий орнамент, вот этот большой инсал S с такой гирляндой свисающих цветов, прекрасную заставку трехцветную на черном фоне. Этот лист послужил источником вдохновения наших художников, и фрагмент из него находится на афише нашей выставки, и обложка каталога тоже оформлена вот этой буквой S. Я хотела бы вам немножко спеть, как звучит этот демественный распев, но только начало этого песнопения, потому что оно довольно длинное. Святый Oh.
живи. Я как бы на этом закончу. Обращу только внимание на самую заключительную фразу, на такой каданс, который используется почти во всех демественных песнопениях. Он так торжественно завершает это песнопение. На слово «священно тайна». Значит, такое песнопение. Ну, конечно, оно должно звучать в исполнении мужского хора, а не моего женского голоса. И его прекрасно поет ансамбль «Экслибрис». Вот я хочу показать вам диск. Последний диск, который выпустил этот ансамбль, называется «Пасха». И у этого ансамбля в скором времени будет концерт. Концерт будет 16 июня в 19 часов, вход свободный. Это будет выставка под названием «Монументальное искусство в церкви» в выставочном зале Московского союза художников по адресу Кузнецкий мост, 11. А сам диск можно купить в церкви Троицы в Голенищах. Приезжайте на нашу выставку, вы здесь можете и увидеть все эти прекрасные экспонаты, и услышать прекрасное пение на слайд-фильме, который постоянно демонстрируется. Выставка будет открыта еще долго, до 26 июня. Музей работает каждый день, выходной день – среда. Несколько дней мы работаем поздно, до 8 часов вечера. Это вы посмотрите на сайте музея Рублева. Oh.
Дорогие телезрители, мы завершили рассказ о временной выставке «Древний распев», работающей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Всего вам доброго! До новых встреч!